В китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибла 14-летняя девочка, выпав с аттракциона. Местная пресса сообщает, что она упала на железную ограду, после чего была доставлена в больницу, где скончалась. В ходе расследования причин трагедии выяснилось, что ее ремень безопасности был сломан, а защитная планка закреплена недостаточно плотно. В связи с инцидентом использование всех аттракционов в парке приостановлено до окончания проверки.